стали известны новые подробности о состоянии здоровья политика. Владимир Жириновский остается в тяжелом состоянии, несмотря на то, что его тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом пишет телеграм-канал Маш. По информации журналистов, у политика поражены легкие на 50-75%. Медики диагностировали у него двусторонний отит. Канал отмечает, что политик лежит на противопролежневом матрасе, и медики переворачивают его два раза в день. Также у Жириновского диагностировала средней степени анемия. Врачи поднимают уровень железа в крови лидера партии ЛДПР специальными препаратами. Ему может понадобиться переливание крови. Однако в ЛДПР опровергли информацию о состоянии Владимира Жириновского. Официальные представители партии заявили, что политик постепенно, но верно идет на поправку. Напомним, что Жириновский попал в больницу 9 февраля. По некоторым данным, ему может потребоваться операция. Ранее Топинус писал о том, что в ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского. Однопартийцы попросили журналистов пожелать лидеру фракции здоровья.